Ладно, хватит притворяться, что ты спишь. Наступила твоя предация. Для рождения! Именинница наша. Спасибо! В объектив. Алина, в объектив. Блин, капец. Тихо, я тебя сижу спать, еще не орёт. Ну, разбудим. Все, просыпаемся. Это типа кот большой. Вот, смотри, какой кот. Спасибо. Боже, ребят, я так рада. Я тут немножко застелила, потому что только что проснулась. Вот мои шарики воздушные. Вот, просто обычные шарики. И мне сестра подарила вот такого длинного кота. Чтобы вы понимали, он почти в мой рост. Он прям очень длинный. Я буду с ним спать. И самое главное, это вот это. Смотрите, это просто туалетный столик. Просто капец. Господа хорошие, всем доброе утро. Меня зовут Алина, кто не знал. И добро пожаловать на мой канал. И я могу сказать только одно. Сегодня у меня день рождения. Вы с меня родители с сестрой разбудили под музыкой, поздравили. Я вам ставлю здесь кусочек, потому что Ксюша у меня с мамой снимали. Как мы будем в этом году праздновать день рождения? Во-первых, он будет проходить в аквапарке Кваква в Москве. Вот, и я решила приглашать только самых близких своих друзей, а их будет 5 моих подруг. Вот, мы сегодня в 7:45 встречаемся, садимся в микроавтобус и с моими подругами едем в аквапарк. А также со мной едут мои родители, сестра и ее подружка, чтобы ей не было скучно, но они будут ехать в отдельной нашей машине. Вот, то есть мы впятером будем ехать в микроавтобусе, а следом за нами родители вместе с сестрой и ее подругой. Вот, собственно, и нам до этого аквапарка ехать 2 часа. Вот, кстати, время у нас сейчас будет 100% переделка комнаты. Я вообще не ожидала, он такой красивый. Так, итак, как вы можете наблюдать, время ровно 7:01. Через полчаса я должна быть уже готова. Потому что в 7:45 у меня придут уже мои гости, будут меня поздравлять. Кстати. Вот моя камера, я ее зарядила. Что-то она вчера ночью тупила, но я максимально надеюсь, что сейчас она тупить не будет, и я поснимаю хоть что-нибудь в аквапарке. Вот, кстати, меня еще в 12 ночи Даша поздравила с днем рождения. Честно, я прямо обожаю, когда так поздравляют в 12 ночи, про тебя не забывают. Сейчас утром тоже мне все сразу поздравили, это так приятно. Вот. Короче, давайте меньше болтать, давайте быстрее собираться. А, кстати, хочу кота показать. Давайте я у вас так подвину. Нет, вас придется вот так подвинуть. Вот, давайте я отойду. Вот кот. А вот я буду вот так с ним в обнимку лежать, серьезно. Такой классный, спасибо, Ксюшка, серьезно. А еще мне приятно за шарики, потому что я честно, я обожаю шарики, я обожаю просыпаться, и вокруг такая атмосфера шариками, серьезно. Просто всех чмок. Ладно, давайте я буду одеваться, а то я не успею. Нет, я еще забыла. Вы не заметили? Я покрасилась. Это была как бы подготовка к моему дню рождения. Я решила пойти в салон и помилироваться, и я вот с такой стала беленькой. Теперь я блондинка. Ну, если сзади так посмотреть, то заметны мои темные волосы, но в основном они везде светлые. Поэтому, да, погнали. Кстати, я не знаю, почему у меня вот эта маленькая камера, которая водная, она очень сильно тупит. То есть она снимает фотки и видео, но потом их не воспроизводит. И как бы, когда я перемещаю обратно, типа посмотреть в галерее в телефоне, то не воспроизводит вообще ничего, и она очень сильно тупит. Давайте начать запись. Ой, я фотку сделала, ну ладно. Вот.
вот мы с вами начали видео. Заканчиваем видео. Переходим в галерею. Давай. Вот просто черный экран. И все. И сейчас вылезет вот ошибка файла. Класс. Я очень странная, понимаю, но я немножко накрасилась, потому что вот. Так, уже 30 минут, через 15 минут все должны прийти. Я уже, кстати, оделась. Вот мой, так сказать, аутфит. Я, короче, решила поехать в обычной кофте и в белых джинсах, потому что они эластичные, мягкие, как бы в них удобно. Куда же поставить? Давай почему? Сюда поставлю, на фоне заправленной кровати. На фоне моего бардака различных штативов и ламп. В общем, я вчера купила вот такую розовую кофту, мне она очень нравится. Она как бы топ еще немножко, такая воздушная, легкая. Кстати, сегодня вообще 23 градуса, поэтому я так легко оделась. И вот, вот такие обычные джинсы. Я в них еще хожу в школу. Правда, я здесь немножко потеряла свой ремень. Я даже не знаю, где он. Вот. Честно, я не могу. Я могу здесь расставить весь свой косметоз. И как бы вообще зашибись все будет. Так, я, кстати, поеду со своим рюкзаком в Корги. Мне нужно его наконец-то дособирать. Здесь лежит мой тап, и купальник, и полотенце. Также я сюда кладу термос, чтобы попить, потому что нам ехать 2 часа. Еще должна уложить мицеллярную воду и так далее. Вообще, просто еще нужно его дособрать. Да. А мы сели типа. Да. Наши мужи сказали некоторым оценкам. Давайте что-то. А ты? Теперь мы типа едем. Смотри, как красиво на камере. А уже будет что-то не очень. Почему она фокус не делает? Едем, едем, едем. Далекие края. Да. Да, прям на поворот. Смотрите, для меня создали. Прикольно. А она не держится. Раз, два, три. Мы едем уже с... Смотрите, какая красотка. Давай, давай, роняем. Ножки снимаем. Да, ну выстрелись там футбол. Я прям боюсь. Да чё ты? Так, у нас время 8:51. Мы едем. Мы предварительно должны приехать в 10. То есть нам ехать еще 1:20. Алисина кормная фраза. Здравствуйте. Такая серьезная, на позитиве вообще. Мать, что с тобой творит вообще возраст? Стареешь, стареешь. Да, типа. Старуха. Серьезно? Чего? Плохо, Алина. Тарелку после гречки поздно сразу. Кошмар. Я мою посуду с собой. Это, кстати, вообще редко явление. Короче, чтобы вы понимали, просто вот здесь есть вот такой вот крючок. И я просто вот так вот ставлю. Так, давайте. Раз, два, три. Только ты! Матрасы. Я вижу. Записывайте номер, девочки. 8-800-240-90. Советуем. Да. Компания. Что там еще раз? Спальная гарантия. Если что.
Вы с вот этой березовой машины списывали. Березовая машина. Березовая машина, там все на ней типа было написано вот этот номер. Все, девочки. Записываем. Диван и матрас, девочки. Аскона. Девочки застряли. Мы вышли тихо. А мы их оставим там, а просто пришли. Так, все в сборе? Да. Алина? Я не знаю. Мы выходим. Мы идем. Идиот. Какие? Зачем? Мы типа идем все. Мы не заходим в общество. Смотрите, вообще никакой очереди, вообще людей в принципе нету. Капец, просто вообще нету ничего. Идем. В общем, я переодела, собрала, уже все вот здесь упаковала, собрала. Сейчас буду уходить. Мы уже переоделись. Так, все, мы расположились. Так, вот там. Так, мы по парку. Я со своей клюшкой. Вот. Let me feel your love again. Cause I've been running round in circles, screaming out your name. Take me to a different place. Just the two of us and we can stay up all night. Under streetlights, doing what we want to, doing what we need to do, staying up all night, everything is alright, oh I wanna be with you, oh I wanna be with you, let me be the someone who can hold your hand, I don't even know if you can understand, how you make me feel, I got you in my head. Там можно тоже покупать, сейчас я вам все покажу. К сожалению, на всех горках снимать нельзя, то есть с посторонними предметами нельзя нигде ходить. Так как у меня камера сломалась, я хотела с этим, но с этим тоже нельзя. Но я думаю, в бассейне внизу там можно будет поснимать.
будем на одной плюшке кататься по как бы самой речке. Можно зайти там, там идет как бы как горка. Не, обойдешься. Вот. А можно зайти вот здесь вот по лестнице. Мне мама сказала поправить волосы. Вот, поэтому у меня на голове, мне кажется, что течет. Вот мы оттуда зашли. Есть джакузи полежать, а можно вон там на речку. Вот так здесь перекусить вот здесь. Короче, мы заходим. Ну давай, Алиса, у тебя получится!
Мы вышли из аквапарка, и сейчас мы идем перекусывать как-то. Да, мы уже посушились, оделись и так далее. Так, мы сделали огромный заказ, теперь идем кушать. Ко всем.
девочку с сюрпризом. Тебе понравилось? Давай чтобы волну сделаем. Давай. Я волну. Давай, будем вместе. А, ну держится. Давай волну сделаем, да? Давай. Давай. Ученый, раз, два, три. Только ты, рыба моей мечты. Только ты. У типа у. Даша. А Даша сидит. Даша. А Даша сидит. Давайте вот так вот, смотрите. Вы пошли типа в детский мир посмотреть и просто поугарать, что-то Алина, есть. Алина, чего я? Смотри, давайте вот так, смотрите. Восточные сказки. Смотрите, какой он. Номер карты прикрепим. Мы просто ходим по магазину. И вообще-то девочки изначально пришли за очками. Ребят, номер карты вы скинем, скидываемся вот на эту игрушечку. 15-летней Кате. Да. Девочки не нашли никаких очков, поэтому мы идем домой. Как домой? В смысле? Мы типа уходим. Да, с мотивом дарим. Да, потому что очков мы не нашли. Поэтому мы просто... Даша что-то покупает. Так, все, мы вышли из ТЦ, и на улице настолько жарко, что сегодня получается 23 градуса. 22 градуса, если быть точным, поэтому мы идем вообще без курток вот так вот. Просто. Нам предстоит сейчас опять 2 часа ехать уже домой. 2 часа? Да, 2 часа обратно домой. Все идем. И девочка впереди бежит. Блин, прикольно, это такая штучка, да? Да, ты видишь. Что там я наделала? Оно все светится. Это тебе занятие ближайшие на месяца два. Спасибо большое, пожалуйста. Давай, ты как, у тебя мама нравится? Итак, ребят, мы уже дома, и, честно, я очень устала с дороги, но мы с девочками немножко решили продолжить нашу такую небольшую тусу. В 6:30 мы встречаемся и идем в соседний парк напротив моего дома, и там мы будем играть в волейбол. Вот, а до этого момента я успеваю себя привести в порядок, а также немножко распаковать некоторые подарки, которые мне подарили девчонки, и, кстати, я их тоже вам покажу. Между прочим, как бы это будут не все еще подарки, только те подарки, которые мне подарили девочки. Мне еще будут дарить подарки взрослые, мои родственники и тому подобное. Поэтому видео про мои подарки, скорее всего, будут отдельно. Но все же, смотрите. Итак, ну самое основное, мне вот родители подарили туалетный столик, что очень прям круто. Здесь столько различных ящичков. Я сюда разложу всю свою косметику, и тут есть зеркало. Вот, кстати, мне Катя еще подарила вот такие вот цветульки. Они очень нежные, красивые, поэтому я их поставила в вазочку, и они будут стоять пока в моей комнате. Так, собственно, давайте распаковывать мои подарки на фоне моего небольшого утреннего сюрприза. Начнем. Вот это подарок, огромное такое яйцо. Мне подарила Олеся. Давайте распаковывать. Смотрите, какое оно огромное. Сейчас
сначала сюда. Смотрите, моя голова и это яйцо. И тут еще написано. С днем рождения! На тебе! Мам, тут дофига всего! Смотрите, тут несколько пакетов всего! Так, а как это? Это, наверное, вот так бантики развязываются и вот так немножко в бок убирается. Первый пакет. Что-то для ухода. Еще один пакет. Тут прям написано. Сейчас я не знаю, как это вытащить. Как это вытащить? Итак, собственно, я вот сделала немножко пониже. И так как я не могу отсюда вытащить этот пакет, я засуну прямо руку. Первое. Черная смородина. Чай. Пока, надо сделать. Далее. Различные конфетки и шоколадки. Это все мое. Прикольно. Я пытаюсь быстрее. Ну, попкорн даже есть. Смотрите, тут даже есть твикс. Я это уже могу вытащить. Яйцо сейчас упадет. Собираем яйцо на задний вот так вот. Также плитки шоколада. Первый пакетик мы с вами разобрали. Как это открыть? Шампунь питание с экстрактом ромашки. Также крем для рук смягчающий. Блин, вот этот крем прикольный. У нас идет Катя подарок, во-первых, это розочки, которые я вам уже показывала. Вот. Далее еще идет вот такой вот пакетик. Итак, начинаем, так сказать, с чего. Во-первых, это вот такие носки. Моня тоже с нами. Блин, прикольно! С бананами, здесь ананасами. У меня мама просто параллельно. Дальше здесь идет поздравление, которое я прочитаю позже. И еда в соке. Ананотерапия. И еще она мне подарила вот эту штучку. Это называется сборная модель ромбокса DIY House. Ну, типа хаус, типа дом. Забор для моделирования румбокса. Миниатюрный комплекс на мельчайшие детали. Вот. Да вы мои нервы. На этом обзорчик заканчивается. И я это говорю все в порядок, потому что мы идем гулять. Так, 6:40. Я иду к Даше и к Варе, потому что они накачивают мяч, чтобы мы играли типа в Парке Победы, в волейбол. Кстати, идет гулять, получается, я, Варя, Даша и Олеся, а Кати нет, не идет, потому что ей нужно готовиться к сдаче проекта, а у нее защита проекта завтра. Короче, я стою, жду Дашу и Варю, потому что они уже накачали мяч, мы сейчас пойдем играть в волейбол. Вот, у меня 3%, я не знаю как, у меня телефон в последнее время вообще не держит никакую батарейку, потому что выходила, у меня было 20% точно. Вот, снимать я, скорее всего, к сожалению, не буду, мы уже увидимся дома. А если и будем, то на лестнице телефон. Давайте. Итак, ребят, уже 22:36. В общем, я пришла домой в начале 10, потому что мы решили вот так вот допоздна погулять. Вот, сейчас параллельно я скидываю с маминого телефона через Bluetooth себе на телефон файлы. Вот, сейчас буду ложиться спать.
Вот так вот прошел мой сегодняшний день. Честно, я очень устала, и у меня очень болят ноги. Прям очень сильно болят ноги, как будто я ходила, вот я не знаю, всю Москву ходила. Вот, я уже успела сходить помыться, вот, попила чай, перекусила. Вот, сейчас буду смотреть, скорее всего, Колледж, чтобы вот так вот замечательно завершить этот день. Вот, кстати, ставьте лайк, если вы тоже смотрите Колледж. Или же напишите об этом в комментариях, мне будет очень интересно почитать. А, кстати, хочу поблагодарить тех людей, которые меня поздравили в комментариях с днем рождения. Спасибо большое, мне очень приятно. Вот, и вообще, в принципе, всем спасибо, кто сегодня меня поздравлял. Спасибо девчонкам, что они сегодня пришли ко мне на день рождения, мы просто замечательно провели этот день. То есть, чтобы вы понимали, мы сначала поехали в аквапарк в 7 утра, потом еще и гулять пошли. Сейчас я вот так вот замечательно заканчиваю свой вечер. Сейчас нужно еще чаек взять. Буду смотреть Колледж вместе с своим котом. Он реально очень длинный. Так вот, собственно, кстати, вчера вышел 5-й выпуск. Поэтому да, сейчас будем смотреть, сидеть. Честно, мне кажется, это был самый лучший день рождения. Вот каждый день рождения у меня он особенный, но этот, мне кажется, не запомнится надолго. Потому что прям вообще вау. Сегодня было очень много приключений, впечатлений и тому подобное. Вот. Честно, мне даже не верится, что мне 15 лет. Теперь нужно запомнить эту цифру 15 и всем говорить, что мне 15 лет, а не 14. То есть я буду еще месяца два к этому привыкать, да. Вот, собственно говоря, завтра мне нужно идти на базик. Но ничего страшного, не идти к обеду, поэтому я могу выспаться сколько хочу. Вот, собственно говоря, на этом я думаю, что нам стоит заканчивать этот влог. Мне этот день очень понравился, я пыталась вам передать все свои эмоции, различные впечатления, то, что мы сегодня походили, что мы делали в аквапарке или как мы гуляли, все я пыталась запечатлеть в этом влоге, чтобы вы посмотрели, чтобы я могла вспомнить, если что, пересматривать свои видео, вот. Надеюсь, что вам понравился этот влог, обязательно поставьте лайк, напишите комментарии, потому что в первые 24 часа комментарии это очень важная штука для продвижения канала. Все, ребят, давайте, буду ложиться спать. Всем пока. Only a shadow away from me.
just to mess up and tell the truth. All I hear is an echo. Turn the words up, say it's ammo.